В следующем выпуске программы «Барышня-крестьянка». Это нужно сделать до того, как у нас с вами появляются цветочки. Как правильно выбрать садовые инструменты. Она тяжелая. Но вот по сравнению с этой, она будет легче. И на что обратить внимание при обработке клубники. Они должны настояться 3-4 дня, и потом мы уже с вами проливаем. Когда вы будете поливать, пожалуйста, лейте вот туда же. Смотрите в выходные на канале Арикус. Партнер программы – торговая группа «Абсолют». Приговор вынесен в Прибайкальском районе. Завершился суд по делу Баира Жамбалова. Какое наказание понесет бывший вице-спикер Хурала за смерть человека? Об этом и не только. Сегодня в вечернем выпуске новостей «Восточный экспресс» ведет Лариса Еринцеева. Сэмбана, здравствуйте. И вначале о некоторых темах коротко. Воды все больше. Что делать, когда ручей не только посреди улицы, но и в доме? Подробности в материале дежурного по городу. Пешеходный мост может появиться в одном из поселений Акинского района. Где установят навесное сооружение, расскажет Сергей Соголов. Долги города почти перекрыли доходную часть бюджета. О чем еще говорили на сессии у Лондонского городского совета, в материале Артемия Шакова. Ну а сейчас об этом и другом более подробно. И начнем с того, что полсотни домов Улан-Удэ продолжают оставаться без горячей воды. Причина – повреждения, которые выявили во время гидравлических испытаний. Они проходили сегодня ночью на